Привет, ребята! И вы на канале Яна Лемон. И сегодня я снимаю обещанный влог. Сегодня 31 декабря, я очень сильно ждала этот день, и он наступил. В общем, сейчас я одна дома, мама моя сейчас пока что на работе. В 3 часа она уже скоро придет домой. Папа сейчас поехал за моим младшим братом Стасом к бабушке. Потому что Стас у бабушки. Кто не знает, Стас — это мой брат. Вот. И, в общем, скоро вы увидите, как мы готовимся, как мы на улице с фейерверками и всему тому подобное. В общем, не будем тянуть, поехали. В общем, сейчас я уже позавтракала, и я буду застилать кровать. И как я ее буду застилать, вы сейчас увидите. В общем, ребята, всех поздравляю с Новым годом, желаю в этом году вам счастья, здоровья, хороших оценок, благополучия в семье и всего самого наилучшего. В общем, сейчас мы идем на улицу, скоро, в час ночи, это получается через 40 минут. Мы еще плюс пока соберемся, еще мы пока сидим за столом. Кстати, не обращайте на это внимание, это просто был прикол, типа на кнопочку нажимаешь, там, я над мамой прикалывалась. Вот, типа новый тренд лайк и вот это вот все, поэтому ждите. Yeah!